Вот это прикол, друзья. Так, я здесь? Ну-ка. Да. Проигрывал программу, значит, ускорение. Ну, там некоторые предложения, она как бы завершает все дела. Вот. И в итоге все слегло. Стрим упал, игра упала. Было, конечно, интересно. Так, ну сейчас я снова вернулся. Тест есть. Все нормально. Сейчас поднастрою. Так. Ты, конечно, вообще такого я поворот не ожидал. Так, ну ладно, тем не менее, как говорится, что есть. Бывает, бывает. Буду иметь в виду. Так, здесь у меня тут я пробовал загружаться. Day my Bach. Благодарю за последование, и да пребудет с тобой мощь и сила. Так, заброшенный подвал заброшенного дома. Погнали. Здорово, пахан, как ты поживаешь, братишка? Так, ну-ка. Тут хотя бы подхватило все. Нормально отдыхаешь после рабочего дня. Это хорошо, пахан. Я тоже после ночи сегодня. Сейчас у меня, правда, череда экзаменов, но как бы отдыхается. Ох, броня какая красивая, доспехи, мать вашу. Да, это, конечно, красота. Так, все, перерасчет, все нормально. Идет статистик. Так. И на чем я остановился? Я остановился на том, что я хотел попасть в Лей-Авин. К торговцу. Значит, я, собственно, туда и поскочу. Располагаемся, друзья, и погружаемся в атмосферу Тамриэля. Сразу захотелось почему-то написать после бурной ночи. Ну, бурное утро было. Было бурное утро и ночь, в принципе, слава богу, что выдалась более-менее спокойная. Готовились, так скажем. Изграмор, предводитель недичи предков нордов, мигрирующий с континента Атмора из-за непригодного для обитания холода. Атморцы высадились в Хасарик, Хет, в самой северной точке, возвели там первый передовой свой отряд. Так, ну что же. Еще одного дреморку и на Талас Плаза пойду. Обязательно посетите магазины, расположенные на торговой площадке под торговым районом имперского города.
Когда в начале третьей эры Темриер, объединяясь под руководством клавианского мира Талоса, Сирадил вновь становится его политическим центром. Кстати, очень красивый мост. Ну, вот это скриншот, ребят, из игры. Это говорит о многом. Я так понимаю, что из игры. Ну, в принципе, графическую составляющую вы сами все видели. Это... Так, а где моя лошадь? Блять, где моя, сука, лошадь? Она бывает, глюк какой-то, и лошадь куда-то девается. А, вот она обновилась, это хорошо. Так, в общем, я предлагаю, наверное, немножко подождать часика 3 и поскакать, собственно, днем, чтобы видеть красоты. Ночь не слишком светлая, поэтому... Блять, где опять лошадь? Что происходит? Куда она ходит, девается постоянно? Во! А, я даже сделаю по-другому. Сделаю вот так. Качну навык. Даже сделаю вот так. И сейчас поскочу. Поскочим, друзья. Оп. Ну, погнали. Э? Как она? Там кто-то краба убьет. Ладно, пусть разбирается, я поскочу. Так, мне значит путь. Ох, ебать. Сильно, друзья, это, конечно, сильно. Ну ладно, лошадь скачет быстро, слава богу. Поэтому я думаю, будет все нормально. Охренеть. Друзья, ну, бесценно. Это бесценно. И кто-то на фоне кричит: «Умри, тысячи проклятий!»
Вот и стая волков заодно тут. Грозовой транах неплохо так-то. Драки выезжу, задерживаться ни к чему. Так. Отмечаю маркером на карте. Ребята, и смотрите, какая красота, правда? Ну? Вы чувствуете силу момента? И шпиль на фоне. Все видно, друзья. Божественная красота. Просто божественная красота. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Ни за что бы не подумал. Ух ты, корень нервный, кстати. Так, ну скачу напрямки. Это просто и лес, ребята. Посмотрите, какой качественный лес. На-на, лошадка. Так, отметим на карте. Так, и поскакали дальше. Так, какая-то преграда. А преграда это большой камень называется. Ух ты. Мне его получилось исследовать? Или тут ничего нет, получается, так? Ну, видимо, так, да. Тролль. Ну, против галопа нет приема, кстати. Так. Конечно, тут очень круто. Лес
переработан. Природа, ребята, просто атасная. Так, скачу, а камня не вижу, кстати. Ого, какие деревья стоят. Ребят, папоротники, ё-моё. Блядь, никогда не подумал, что в Обле такое возможно. Охренеть можно. Просто красотища. Дизигнер Маклауд. Мое почтение. И команда, естественно, тоже. Но графическая составляющая, я так понимаю, Дизигнер Маклауд. Парк 9 ответственный, собственно. Который сейчас интенсивно занимается разработкой и поддержкой сборки, соответственно. Стоит признать, своего он реально добился. Графическая составляющая, конечно. Да и не только графическая. Все со вкусом подгоняется, делается по возможности качественно. Ого. Скачешь такой, мечи вытаскиваются. Пиздец. Тут реально очень все круто. Так. Резиденция Белый Жеребец найдена. Ясно, ясно. Так. Конюшня 5 всадников. Хорошо. Пойдет кто в атаку на меня, нет? Так, мою лошадку никто не трогает, правильно? Ё-моё, охренеть, вот это деревья. Так, ну вроде все нормально, никто не хочет догонять и получать люлей. Ага, есть. Я понял. Так, а чё это они решили друг друга бить? Ага. Ага, вот так. Но это хорошо, что они между собой разобрались.
То есть все-таки за мной кто-то гнался. Смотрим, кто еще здесь может быть. Так. Ё-моё, вы послушайте звуки леса. С ума сойти, конечно. Да. Это что-то с чем-то, конечно. Пахан, как тебе? Так, подождите. Я только... А, ты только меня слышишь? Подожди. А игру ты не слышишь? Может быть, я в настройках слишком тихо сделал игру. Бля, что ж ты ничего не сказал, пахан? Игра без звука идет. Она мне на минимум была. Устройство воспроизведения. О, господи. А я такой, боже мой, какие звуки, какая музыка. А, ясно. Вошел как раз на этом моменте и ничего не понял. А, все. Ну ладно, бывает. Как бы такое. Да? Даже ты? Ты ищешь скупщика краденого? Да. Все так и есть. Слушаю. Да Так, ты так, как? так, Потряс. так. Это просто слова. Такая доброта. Ой, как трогательная. Ах, потрясающе! Великолепно! Не смеши меня! Да ты просто врунишка! Откуда это? Действительно смешно! Неплохо! Как поживает Левин? Хочешь услышать шутку о Каджите? Ну-ка, давай. Почему Каджит лижет свою задницу? Почему? Чтобы перебить вкус каджитской кухни во рту. Очень смешно, правда? Я слышал много таких шуток, только не могу их припомнить. Так. Ну, это, давай как самое. Да укроет тебя тень. Проходи, что сказать. Я пойду за тобой. Хорошо, вот хорошо озвучили, да. Бесспорно. Ты ищешь скупщика краденого? Да укроет тебя тень. Надо эту шутку. Блин,
Блин, ну вот в городах жалко подвисает, конечно. Так, мне, в общем, долго ждать, пока он дойдет, поэтому я часочек вот так, хоп, сразу. Надеюсь, он переместится. Ага. Ну, без стрима висяков, конечно, меньше, но... Ну, кстати, может быть, действительно на донаты замучу. Ты ищешь скупщика краденого? Во! Давай поговорим. Слушаю! Да укроет тебя тихо. Так, это все пусть остается. Так, сколько у меня здесь молотков, кстати? 3-2 молотка. Хорошо, это пусть будет. Так. Ага. Человеческое сердце. Свой донат под каждую игру. Наверное, можно, но такие заморочки, пахан, что я даже не уверен, что стоит ли этим заниматься. Нет, хотя это зелье надо одно оставить. А, подожди, ни хрена себе. У меня есть такое зелье, что закачаешься. Покруче этого будет, можно продавать спокойно. Тень хамелеон надо оставлять. Как дела? И что-нибудь сразу сварю. Так, что у меня? Что у меня до хрена? Мясо крысы до хрена, правильно? Или нет, мясо крысы я отложу. А зелье сварю тогда в шпиле Фрост Крев. Так, арбуз отложу. Мясо кабана. Так, 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 так. Ты ищешь скупщика краденого? Да. Это должно быть неплохо. Так, последняя стальная стрела, отмычки. Во-первых, давай сначала начнем с того, что это будет слишком много. Вот 46, и нужно пробовать. Ни за что. Понял. Раз, два, три, четыре. До 40, да? Угу. Договорились? Yes. Еще можно, значит, одну. И еще можно одну. Договорились?
Я смогу продать это хорошему клиенту за двойную цену. Так. Новичка продаю. Это больше, чем я оплачу. Куб. Ретора новичка. Превосходная сделка. И тоже ступки. Это честная сделка. Так. Договорились. Я смогу продать это хорошему клиенту за двойную цену. Так, что у меня здесь есть? Что я могу еще им продать? Ну, в принципе, и нормально. Мне теперь только у него отмычек нужно купить. И можно так делать. Сделай вид, что ты не знаешь меня, и уходи. Без проблем. Так. Да укроет тебя тень. И теперь еще один пунктик. Это школа гильдии магов. Где-то она, интересно, где-то должна быть. Вороной курьер. Ого. Так. Великая часовня Зенитара. Так, это что за здание? Таверна Три сестры. Вилла семьи Ханс. Так. Не очень понятно, конечно, где тут гильдию магов стоит искать. Может быть, дальше там по центральной улице нужно было пробовать идти. Попробую вывернуть. Так, надо пробовать сделать так. Деревья, трава,
Так. Так явно получше будет. Слегка, но получше. Товары с гарантией. Блять. Ой. Где школа гильдии магов? Мне вот что интересно. Но это я к замку приближаюсь. Один из замок Леявин. Это отдельная, так скажем, крепость. Внутри крепости. Я думаю, мне надо туда все-таки идти. Опа. Опача. Ага. Смог выйти? Я уж думаю, не смогу. Наверное, гильдия где-то там. Магов в той стороне. Тут единственная проблема в том, что пока вот это релиз кандидат, и тут настройка графики, они как бы сбиваются каждый раз. Вот. Гильдия бойцов. А, ну, извините, 100% обзора и высокая детализация теней в городе, это очень сильно ресурсы жрет. И FPS из-за этого падает в городах сильно при том. Потому что очень много моделей. Вот, но зато красиво. Так, мне непонятно. Вот это великая часовня Зенитара. Где, мать его, гильдия магов, в конце концов? Сколько ее можно искать? Это кто здесь вообще? Это гильдия бойцов, правильно? О, гильдия магов Левина. Отлично. Нашел, что искал. И дождь. Этот шум тоже уйдет пока. Смотрю, что у меня есть из заклинаний, которые мне, по сути дела, вообще необходимы. У меня есть водное дыхание, обнаружение жизни,
У меня есть защита, защита других. Хождение по морю. Мне нужна иллюзия. Это получается свет. И мне нужно ночное зрение. Приветствую, дитя. В гильдии магов тебя ждет дитя. Славное будущее. Я видела это. Тебе нужно подумать о вступлении. Еще увидимся. Меня зовут Агата. Я отвечаю за перезарядку зачарованных предметов в гильдии Левина. Интересная у нее, кстати, прическа. Мне нравится. Купить заклинание. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Великое обнаружение жизни. Да, здесь по мелочам телекинез, паранормальное движение. Отражение заклинаний. Серьезно. Легендарное отражение 25%. Вау. Здесь шутки, видимо, не шутят, да? Страсса, гильдия магов, заклинатель и алхимик. Красиво, да, похоже. А также в редкие свободные часы учитель алхимии. Но, возможно, ты любишь приключения и путешествия. Ты не хочешь помочь мне добыть кое-что для моей коллекции кристаллов? Хочу. Переходим к делу, да? Хорошо, это мне нравится. Я ищу особые кристаллы, известные как слезы Горидана. Если ты сможешь найти их для меня, я щедро заплачу за каждый из них. Конечно. Пожалуйста, продолжай. Замечательно. Я понял, что ты мне поможешь, как только увидел тебя. Я хочу, чтобы ты принес мне все слезы Горидана, какие сумеешь отыскать. Я заплачу тебе полновесным золотом за каждую найденную слезу. Я признаю, что питаю слабость к кристаллам магической природы. Я хочу иметь в своей коллекции и слезы. Как ты понимаешь, это моя личная просьба. Хорошо. Пусть все останется между нами. Гильдия магов не имеет к этому никакого отношения. Слушаю. Не говори. Хорошо. У меня нет выбора. Да. Нет. Да. Это уж слишком. Да, понятно. Слезы Горидана. Слезы — это не просто красивое название. Это в буквальном смысле замерзшие слезы рыцаря по имени Горидан Сталарс, жившего много лет тому назад. Я не знаю, что произошло с этим рыцарем и почему его слезы замерзли, но мне кажется, знаю, кого можно об этом спросить. Отыщи Жульен Фанис в Университете волшебства, что в Имперском городе. Она возглавляет кафедру алхимии. Если кто и может дать дополнительные сведения об этих кристаллах, то это она. Понятно. Я могу показать тебе кое-что новенькое. Не можешь. Передавай Жульен привет от меня. И безопасного тебе путешествия. Он нужен ключ. Говорят, что если ты убьешь кого-нибудь, во сне к тебе придет темное братство. Так и не набирай. Мне это было... Безусловно. Скума. Если... Говорят, что воины нордов Скайрима вместе с наемниками-орками пошли войной на... Норды всегда ревностно защищали свою территорию. Ой, ничего тут человек сидит, оказывается. Они принимали участие в этих конфликтах. Береги себя. Еще приветствую. Привет. Рада встрече с тобой. Давай займемся делом. Ух ты. Великий камень душ.
Продолжай. Угу. Не надо больше. Какая тупая шутка. Займись делом. Нет, пожалуйста. Не сейчас. Ой, я обожал самолёха, да. Хорошо. Правда? Ты думаешь, это смешно? Как? Ну, извини, да, хотелось бы мне быть на твоем месте. Отлично. Да, да, все, что скажешь. Неплохо. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Так. Ловушка душ, во-первых, можно попробовать. Малое обнаружение жизни. Вот, малое обнаружение... Блять, игра подвисла. Пиздец. Висяк на ровном месте. Так, запустить. Странно. Ладно, хоть честно сохраняюсь, и то хорошо. Ну, по крайней мере, куплю ловушку душ и малое обнаружение жизни. Вот, малое обнаружение жизни, оно позволит мне мистицизм прокачать до 25 уровня. Что, естественно, хорошо. Вот. И дальше двигаться. То есть... Но пока моя цель это... Свет, иллюзия и ночное зрение также. Безусловно. Если... Подожди. Лорды всегда ревностно защищали свою территорию. Ничего. Приветствую. Странного. Рада встрече с тобой. Давай, давай. Хорошо. Не... Как скажешь. Ты думаешь, это смешно? Это не смешно. Отличный раз. Как скажешь. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Малое обнаружение жизни, да. И также... А, во-первых, торговлю нужно было максимально. Я уважаю. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Потому что великий камень души — это то, что пригодится. Да будет твой путь безопасным. Еще увидимся. Так, со здравствуй, я говорил. Разве не так? Так. Их только трое тут? Приветствую тебя. Так, с Агатой я общался. Со Здрасой я общался.
Угу. Что? Так, с тобой тоже, походу, я общался, да? И тебе всего наилучшего. Сложный, сложный. Угу. Интересно. Ну, в общем, три человечка, три коллеги. Да блять, чё за прикол? Чё-то игра подлагивает, странно. Странно, 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 странно. Да какой-то мир. Нет, не знаю. Не уверен, пахан. Я так понимаю, что все. Я в начале стрима запустил программу, которая как бы для очистки памяти. И, ну, я очистил память компьютера и завершил некоторые программы. У меня после этого крашнулась игра и стрим упали. Вот, первые 10 минут, можно сказать. У меня есть подозрение, что это как-то связано. Одна из версий, грубо говоря. Ничего такого, о чем стоило бы рассказывать. Доброй ночи. Так, с этим человеком я общался 4. То есть их четверо здесь, да? О! Что я могу сделать для тебя? И больше, чем 4. Пока. Их 5. Предполагалось, что сейчас на пути в имперский город. Ладно. Разве не так? Ах, по пути надо было в Бравил заехать. Да, 16 гигов оперативку вылечил. Ну, мощненько, мощненько, пахан. Так, ну что же это, да, мне, значит, путь заказан в Бравил, вот, и, может быть, заодно там заскочу, не может быть, а заскочу в гильдию магов и пообщаюсь со Сквирой. Понял. Так, угу. Бравил я, конечно, миновал очень лихо. Очень лихо миновал. Понял, понял, пахан. Второе вторжение Акавира в Траера 572 года было отбито очень тяжело. Но эта война сплотила три расы – нордов, данмеров и аргониан, которые ненавидели друг друга на протяжении столетий. Такой удивительный союз впоследствии перерос в Эбахантийский пакт. Блять. Ну какого хуя? Куда лошадь ускакала, не понимаю.
блин, это, конечно, интересно было. Тупо хренак и побежала лошадь. Может быть, она, конечно, с врагами побежала драться, но... Тем самым она просто взяла и убежала. Интересное поведение, конечно. Скорее всего, из-за того, что там распаун врагов каких-то был. Южный жилой квартал считается богатым, в то время как севернее лежит обычно, видимо. Так, ну что ж тогда. Давайте вот таверна «Дурное знамение». Вы, несомненно, наблюдали падающую звезду. Кусочек Этериоса, плана духов и источника магии, начинает движение и падает на поверхность нервно. И вы можете найти там метеоритное железо и стекло. Оба они обладают невероятным магическим потенциалом. Сука, стой! Мразь! Лошадь, конечно, дикая, очень дикая. Ну, в принципе, ночью довольно хорошо скакать. Свет подняли. Вот, то есть видно и ночью тоже. Вон луна есть. Все, все при мне, как говорится. Все при сборке. Ой, оленей сбил. Нихуя скорость. Скорость, конечно, как у торпеды, блин. Так, я скачу в верном направлении. Да, в верном направлении. Движусь. Конечно, чалые лошади и ворота Бравил, соответственно. Финс, здорово. Заходи, присаживайся. Так. Значит, заскочу к Сквире на огонек для начала. Угу.
Пожалуй, думаю, стоит сохраниться, так как я все-таки вломился в дом к ней. Думаю, тебе лучше уйти. Я занята. Убирайся. Когда я буду готова заниматься делами гильдии, я оставлю дверь открытой. Понял, понял. Ну что ж, подожду немного тогда. Она пьяная опять. Вечно я к ней прихожу, набухая. Ну, вообще, да, мне предупреждали, что не стоит вламываться в дверь, если она закрыта. Логично, в принципе, что сказать. Под скумой, это точно. Да пребудет с тобой благословение Лиса. Ух ты! Ах, ты новый вор. А я твой новый дуаен. Зи. Да. А я твой новый дуаен. Скажешь правду, не говори ерунды. Что за хрен, которого ты призываешь? Это тренирую, значит, это Дримора. Дримора, одно из сильнейших существ из плана Обливина. Ну, конечно, не самых сильнейших, потому что это обычная Дримора. Так, еще хорошо. Раз, я уже забыл. Замечательно. Это просто глупо. Это не смешно. Это замечательно. Хорошо, у меня нет выбора. Ну, пока уровень 50 у меня колдовства, поэтому все-таки, ну, не самый сильный, думаешь, а одно из самых сильных для моего уровня развития существа. Ты думаешь, это смешно? Бравил, вероятно, предоставляет мало возможностей для честолюбивых членов нашей гильдии. Возможно, ты найдешь замок забавным. Больше ничего тут нет. Особая работа. Давайте, сэр Лис. Мы не говорим о нем на людях. Гильдия воров следует... Да не читер, я у меня навык прокачу. Однако, мы заботимся о том, чтобы большинство людей считали его просто сказкой. Особая работа в гильдии воров. У меня есть особый заказ от вдовы бывшего скупщика краденого из Леевина. Как твой новый дуаен, я прошу тебя помочь ей. Уличный воришка скрылся с кольцом, которое Адарджи очень ценила. Она предложила за него награду. Гильдия неодобрительно относится к вольным ворам. Ты отправишься в Леевин, чтобы найти кольцо и вернуть его Адарджи? Да, я помогу этой бедной вдове. Хорошо. Отправляйся в Леевин. Поговори с Адарджи и помоги ей найти ее кольцо. Хорошо. Хорошая. Да сука, почему вылетает? Это непорядок. В этом, скорее всего, виноват я. Потому что раньше такого за сборкой не наблюдалось. Блин, твою мать, а. Согласно полуофициальной теории, центральный камень амулета королей является древним алийским артефактом Чин Эль Адабал. Так, так. Понял. Опять ждать. Ладно, подожду.
А, так нет, подождите, я могу спокойно входить. Да пребудет с тобой благословение Лииса. Ах, ты новый вор. Пьянчуга, а? Да, слушаю. Ты думаешь, твоя лесть на меня не действует? Как отличный рассказ. Извини, хотелось бы мне быть на твоем... Да, да, все, что сказал. Это не правда. Хорошо, у меня нет... Это отличный рассказ. Ты думаешь, это... Отлично. Не надо больше. Неплохо. У меня есть гид. Так. Хорошо. Хорошей охоты. Спасибо. Тебе тоже всего хорошего. Так. Дремора Кайтив. Признанное существо. Для уровня эксперта, точнее специалиста, это одно из самых сильнейших существ, которые можно призвать. Так, да, специалист у меня 59 уровень сейчас. Мне осталось 16 уровней. Соответственно. Так. Сразу так я сделаю графика. Бам. 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 И мне теперь, собственно, только надо гильдию магов найти. Так. О, гильдия магов. Правила, отлично. То, что мне нужно. Рад встрече. А, вот здесь, да, иллюзия. Здесь иллюзия практикуется. Что интересного? Что ты хочешь? Мне удалось найти космологию в книжном... Аруари, твой друг и алхимик гильдии. Удовольствие гарантирую. Но никаких бесплатных образцов. Понял тебя. Гильдия магов? Ты хочешь вступить? Можешь обратиться куда и в этом городе. Или к главе любого другого местного отделения гильдии. Я понял. И тебе все не... Нам нужен, кого можно пустить в бой. Слухи... Больше всего Архимаг Травин ненавидит некромантию. Это многих огорчает. Понял. Хватит болтать. У меня Довольно. Нет на тебя... Давай быстрее. Эх, смотрит как на дерьмо все. Давай быстрее. Да не хочу с тобой общаться, если высока смотрит так. Что? Блять, вы чё, все охренели? До свидания. Время, что ли, сейчас? Знаток магии, ученый по призванию, занимаясь изучением наших альдмерских предков, аэлейдов. Понял, надо подождать некоторое время, видимо. Рад встрече. Желаешь вступить в гильдию магов? Пожалуйста, я очень... Что с ними со всеми не так? Рад. Так.
Я не думаю, что могла бы заручиться твоей помощью в поисках моего друга Хенантьера, нет? Слушаю. Она плачет. Так, мне не очень понятно. Такого быть не могло. Прелестно. Да, вот я тоже так подумал, что она, соответственно, плачет, что друга потеряла. Говоришь и говори. Мне слабо в это верится. Как... А, дошло. Не-не-не, время просто ранее было. А... Ты чё? Быть не могло. Я ж в других гильдиях покупал спокойно заклинания. Какая глупость. Без вступления. Как бы они тогда зарабатывала гильдия магов, если чтобы купить надо, чтобы какое-то заклинание купить, нужно вступить. Они бы тогда ничего бы не могли продать. И как они на жизнь бы зарабатывали? Хенантьер. Мне так не хватает его. Мы вместе обучались в университете волшебства, и за долгие годы, проведенные вместе, мы так подружились. У него часто возникали проблемы из-за беспечности, с которой он проводил свои эксперименты, и, боюсь, он опять попал в передрягу. Я буду с тобой откровенной, так как надеюсь получить от тебя помощь. Давай. Хенантьер не пропал, наоборот, я совершенно точно знаю, где он. Проблема заключается в том, что он в плену, и я никак не могу освободить его. Ладно, я... Нет. К чему-то, да, обман, давай так. Ну, Хенантьера предупредили, что если он еще раз нарушит правила гильдии, то будет исключен немедленно. Mm-hmm. Правила гласят, что он не должен ставить опасных экспериментов в своем доме. Это необходимо делать в гильдии под бдительным присмотром коллег. Угу. Хенантьер никогда особенно не придерживался правил и держал свои последние эксперименты в тайне. Если об этом узнают, он будет исключен. Ладно, я просто хочу получить награду. Отлично. Если тебя это устраивает, и ты вернешь мне Хенантьера, я буду счастлива. Когда ты сможешь отправиться на встречу с ним, дай мне знать. Но, пожалуйста, поторопись. Хорошо. Стоять! Не пора ли нам пойти к Хенантьеру? Еще нет. Хорошо, но возвращайся поскорее. Я боюсь, он в большей опасности, чем ты думаешь. Вот так давай. Тебе нужно многому научиться. Иллюзия, да? Цена 50 золотых, но я сам могу достичь многого достаточно. Пожалуйста, возвращайся. Так, Яна... О боже мой, какая стать! Я видел много разных людей, но вы просто потрясающие. Бравил бывает так скучен иногда. Вы правы, Бравил далеко не лучшее место для такой скромной девушки, как я. Но где же мой герой? Когда же, наконец, он придет и спасет меня? Спасение – одна из моих ключевых способностей. Я знаю, кто вы, и знаю все истории о ваших приключениях. Разве только пропустил кое-что, а вы, оказывается, привлекательны. О как. Вы как луч солнца в этих местах. Мы всем ваши поклонницы... Нет. А вы не знаете про более уютное местечко? Ух ты! На самом деле, мне просто не просто принять решение, но это, возможно, мой шанс. И мне не хотелось бы пожалеть об этом потом. Что тебе, Сторон? Блять, я не успею. Что? Так, ребят, интересненько. Потом голым проснешься, если пойдешь на... Да понятно, я понял, что это разводка века. Ангел ведь. Пусть тени надежно... Да. Просто смотри, куда иду, и не отставайте. Пизду, хомячка. Честно, неохота этим заниматься. Так, а она, получается, сама ко мне. Ну ладно.
Это мы сейчас за город пойдем, да? Это ты. Привет. Дом Яны. Хуя тут, блядь. Конечно, интересно. Ну-ка. Ох, простите, я сегодня так устал. Может быть, сначала немного вздремнем? Ха-ха, ложитесь рядом и не забывайте про уважение. Пиздец. Я тебя обкраду, пожалуй, для начала. Так, подождите. То есть меня там кто-то слышит, да? В Скайриме такой лапы с отмычками не будет. Так, мне определенно, в общем, нужно... я, пожалуй, наверное, загружусь. Здесь, да. И надо ночное зрение купить. А автопопыток нету? Ну, ладно. Книг.
попадалось в последнее время. Блин, она может потом зайти? Не сейчас только. Привет! Те, кто заслужил благосклонность девятиэтажа, мне удалось найти космологию в дорожных святилищах. А, она уже вышла, получается. Она уже ко мне подошла, выходит так. Дом скверы. Загружусь тут, да. Я не хочу, чтобы она в данный момент заходила, чтобы я не намерен пока этим заниматься. Что интересного из... Хватит болтать. Мне удалось найти космологию в книжном. Говорят, что если ты убьешь так. Кого... Жду один час. Приветствую, член гильдии. Доброе утро. Если ты в лесу один, рад видишь встречи, тролля. Крандиал, знаток магии, ученый. Так. Да. Ребят, что за неуважение? Давай быстрее. Иди, приставай. Продолжай. Что за хуйня? Продолжай, пожалуйста. До свидания. А, то есть мне не нужно было с ней разговаривать, как я понял. Что я могу сделать для сам тебя? Виноват. Пока. Жду еще час, хули делать. Дельфина Джент, создатель знаменитого... Во! Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Вот это другое дело. Слушаю. Это просто слова? Прелестно. Все правильно, это просто слова. Какая Это просто слова? Тебе не нап... Твоя лесть на меня не действует. Хорошая шутка. Не говори... Тупо получилось, ну ладно. Да, дошло. Это хорошо, что дошло. Да. Какая чушь. Не... Я восхищаюсь. Да, понятно. Знание – ключ к успеху в любом начинании. Ну, пока уровень маленький. Давай займемся делом. Так. Воодушевление, ободрение на цель, воодушевляющее на 25, прикосновение бешенства, освещение на 10 фунтов, звездный свет на 20 фунтов, так, умиротворение, так, звездный свет, торговля, во-первых, новичок. Попробуем вот так сразу. 70. Работает. Хорошо. И вечернее око теперь. На 15 секунд. Жалко только. Торговля. Угу. Так, что еще можно? 25 уровень, да? Обольстительные чары. Чары на цель. Лунный свет. Вот, вот это можно будет купить. Угу. Так, чары покоряющие, обольстительные. Огненная стрела, чары. Так, обольстительные. А чем? Гипнотизирующая хватка и обольстительные чары. Чем они, интересно, отличаются? Ободрение на цель.
ярость, ободрение. А что, интересно, это ободрение дает? Давайте обосительные чары, наверное, куплю. Мало ли пригодятся. Когда-нибудь. Гипнотизирующая хватка. То есть это посильнее выходит, так? При касании. А, это на цель. Коллекционер, благодарю за подписку. Это прибудет с тобой мощь и сила. Гипнотизирующая хватка, пожалуй, это да. Да. И, наверное, героизм на цель. Касание. Вот так, да. Спасибо. С тобой приятно иметь дело. С тобой тоже. И посмотрим, может, что ты есть хочешь? Более мощные версии заклинаний. Так, этот пока. Ничего. Что я могу сделать для тебя? Прощай. Пока тоже ничего. Так, с Яной я общаться не буду. Мне надоело болтать с тобой. Продолжай. Так. Просто статистом, мать его, бесполезно. Ух ты, ух ты. Ита Риенус. Заклинание, перезарядка. Так. Чем я могу заинтересовать тебя? Опа. Полуночный глаз. 306, да? Но это 50 уровень нужно. На 40 фунтов. Хамелеон уже 50 уровень. И голды надо. Ну, я, в общем, буду знать, куда идти. Но это все 50 уровень. Я буду знать, куда идти, где мне брать высоколевельные, более мощные заклинания магии иллюзии. Так. Я Ардалин, учитель алхимии в гильдии Бравила. Хорошо. Чем я могу заинтересовать тебя? Великий камень душ, да? Корабль в бутылке. Интересно. Ладно, тут я не буду покупать великий камень душ. Береги уже себя. Золота достаточно мало. Как дела? Что нового? Мне... Так. Я жду. Что ты можешь предложить? Ничего. Мне надоело болтать с тобой. Второй этаж. Похоже, ладно, значит, мне сюда не надо. Смутные времена. Так, независимое воровство. Где я могу, собственно... Так, здесь только сквир, а здесь... В общем, мне два открыто. Так, вот и пристаешь. Сохраняю. И теперь чего? Водное дыхание, изменение. Вечернее око мне нужно тренировать. Так. Лунный свет. Звездный свет. Так, перышко. Щит, фонарь. Значит, будет вместо фонаря. Уходи. Сразу, думаю, качну. Не отходя от кассы, так скажем. Так, у меня есть зелье магии, ими я и восп...
пользуюсь. Раз, два. Рад встречи, член Зимы. Похоже, настали суровые времена. Смерть Уриэля Сепина и его наследника все изменила. Я стараюсь об этом. До 25 уровня я быстро качну. Это факт. Обо всем рано или поздно. Да, так говорят. Есть новости из других частей Тамбрии? Приветствую, член Гильдии. Похоже, настали суровые времена. Как дела, а? Смерть Уриэля Сепина и его наследника. Так. Учесть их 5. Сохраняюсь. Сколько мне уровней надо еще? Так. Иллюзия, да? Айрим всегда сотрясали по 10 уровней. Говорят, что Алерон Лох пропал. Еще я не знаю, что случилось. Его жена Урсана вне себя от горя. Пока. Приветствую, член гильдии. Есть ли новости? Император и его три сына мертвы. Жду один часочек. Приветствую, член гильдии. Привет! Я могу что-нибудь сделать для тебя? Похоже, настали суровые времена. Смерть Уриэля Септима и его наследников все изменила. Я стараюсь об этом просто не думать. Совет старейшин позаботится обо всем рано. Так. Привет, член гильдии. Здорово, Диман. Здорово, член сообщества стримеров. Привет, член гильдии. Говорят, что Алерон Лок пропал. Или не про... Я не знаю, что ладно. Случилось с ним. Его жена, Урсана, вне себя от горя. Как дела, Димон? Сегодня были очень замечательные игры в Доте. Я не знаю, где она бывает. Я прям такое наслаждение получил от игры. Что просто как они это делали, это было круто наблюдать. Вместе они растащили пускам то, что осталось сказать Ингарина. Моровинт всегда был беспокойным местом. Сколько мне осталось? Два уровня, херня какая. Возможно, а сейчас мне там... Приветствую, член гильдии. Есть ли новости? Говорят, что если ты убьешь кого-то, только с работы. Темное братство. Так они набирают новых членов. Но. Что происходит? Что такое? Усталость? Блять, вы чё нахуй? Ёба дали, блять. Алло! Чё за хуйня? Да-да-да, я в курсе, в курсе. Что вместо Солыча Арзик играл. Хорошо сыграли, хорошо сыграли. Что интересного из книг попадалось в последнее время? А не предел, от кого ты имеешь в виду? Ну, ВП просто как машина действовали, я не знаю. Есть ли новости из других провинций? Говорят, в Моровинде запрещено рабство. Дома Эс и Халаалу... Там, может быть, ЛЖД недостаточно хорошо сыграли. И это имеется в виду. Это но все равно очень лютые драки были. Все на исполнении, при этом высочайшим было. Что... Наконец-то! Познав магию и иллюзии, я легко различаю, что реально, а что нет, и способен воздействовать на разум моих врагов. Теперь вы можете читать заклинания. Школа иллюзий на уровне то ученика. Сами собой. Так, это достигнуто.
теперь я могу на 30 фунтов. Еще увидим. Вау. Встречи, вот это... Кто звонит, что тебе нужно? Вот это освещение, так освещение, друзья. На 100, мать его, 18 секунд. Есть ли новости из других? Неудивительно, что там творятся. Ничего странные такого. Вещи. Так. Стоило бы рассказать. Вообще, нужно что еще? Рассеивание, по идее, на самого что себя. Что я могу сделать для тебя? Здесь ты найдешь только качественные товары. Прощай. Если бы не рыба-убийца в воде, можно это было бы плавать. Быть. Аруари, твой друг и алхимик Гиль. До не свидания. А? Мне надоело болтать. Ничего такого, о чем стоит. Добрый... Что ты хочешь? Есть новости тебе. Я Фати Сарен, придворный маг графа Бравила. Могу обучить... Еще прощай. Увидимся. Так, с ними пока разговаривать не буду. Салют. Так, вот я с для тобой меня хочу радость поговорить. Говорить с тобой. Давай займемся делом. Эх, надо бы рассеивание покупать. А где у меня рассеивание есть? У меня рассеивание есть... У меня рассеивание есть в Лейвине. Вот туда я и поскочу. Потому что свет на 118 секунд, друзья, это слишком дохрена. Определенно. Мне он там понадобится подземелье... В некоторых местах, чтобы увидеть, что там вообще. А потом нужно двигаться дальше. А 2 минуты свет очень большой, это меня раскрывает. Это мне придется ждать целый час, либо вот заклинание рассеяния применять. Так, западные ворота, да. Так, а в Лиявине... В Левине скупщика скраденного нету. Ох! Как там погодка, Димон? Фух. Так, гильдия магов... находится там. Так, и могу я поставить сразу тренировать вечернее. Ока, так, а что мне сундук, перышко? Ладно, перышко пока хрен с ним. Вот, поставлю я тогда... Ловушка душ, малое обнаружение жизни. Малое обнаружение жизни я, наверное, поставлю. Вместо чего ж поставить? А вместо того же, собственно, света... Нет, давайте пока вместо перышка поставлю. Так, мне кажется, я немножко... Угу, не с той стороны, да. Хотя не все стоит.
И вот уже полностью заряженным Арборе я пойду. Что ты хочешь? Еще увидимся. Приветствую. Рада встрече с тобой. Оглянись вокруг. Ты... Так. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Это хорошо. Большую рассеяние. Вот мне, я куплю это. Мне нужно понадобиться это. Расскажи об... Есть. И да теперь пробую, собственно. Свет. А, даже ничего я пока не попробую. Единственное, что я могу попробовать, это... Пока, в общем, не могу попробовать. Просто не могу попробовать. В общем, тогда как поступлю? О, тоже качну мистицизм до 25-го. Раз уж начал обузить, точнее прокачивать, останавливаться не буду. Сразу сделаю все скопом. Вот. По-быстрому. Лучше отдельно вот этому именно время прокачки уделить. Плотненько заняться этим, чтобы дальше по-быстрому, без препятствий двигаться. Уделить внимание полностью уже прохождению. Непосредственно миссии. Я считаю, так будет более правильно. Приветствую, член гильдии. Таверна Три Сестры. При этом мне как бы нравится, как оформлен эффект обнаружения жизни. Мне кажется, она вообще никого не любит. Она совсем не похожа на своих сестер. Очень жаль. Господи. Эти проклятые рудники, еще надо фразу под этот кашель добавить. Проклятые рудники. Так, еще часочек. Так. И еще часочек. Еще часочек тогда. А что делать? Во!
тайной магии понемногу открывается мне. Теперь я могу читать заклинания школы мистицизма на уровне ученика. Хорошая работа. Так, у меня, значит, на мне висит обнаружение жизни. И тут же я пробую большое рассеивание. Да, отлично. Оно снимает магию всю. То есть, получается как? Я вот беру такой, значит, кастую свет на себя. Охранительно большой. И сразу же, когда мне это необходимо, я беру и большое рассеивание на себя. Вот, все. Отлично, отлично. Так. И теперь, значит, вечернее око на 15 секунд. Так, ловушка душ есть. Угу. Вечернее око на 15 секунд. Жалко только. Так, Георгий... Привет, Георгий. Давай так будет называть, что-то у меня до конца никто не отображается. Так, чё ещё? Так. И... Угу. Хорошо. Так... Так, теперь что еще я хотел? Так, защита, сундук, свет, да? Давайте еще. Облегчение ноши где-то должно быть, да. Пусть будет так. Иногда буду кастовать на себя. Так, а теперь, собственно, к выполнению задания. Карта. Так. Драгоценности Ададжи. Скриво попросил меня достать кольцо, принадлежащее Ададжи Хаджитке из Лейвина. Надо отправиться в Лейвин и найти ее. Так, мать его, я же прям в Лиявине. Ё-моё, как все удачно складывается, однако. Джорджи, как, ну, как дела? Рассказывай, раз зашел на поток. Как поживаешь? Как правильно, Хаджит или Каджит? Ну, пишут по-разному и произносят по-разному. Я встречал и Хаджит, и Каджит. Пусть будет Коджа. Коджа он, правильно? Все-таки, хоть и Каджит обидится на такое. Но, тем не менее, это факт. Радыр Шамерский. Мне только детей прокормить, я много не прошу. О, держи монетку. Спасибо, великодушный господин. И давай потом. Хорошо. Не нравится, не нравится, нравится, нравится. Бам-бам-бам-бам. Да, да, все, что скажешь. Я на ой-ой-ой. Блин, не надо больше. Это было. Не говори глупостей. Не надо больше. Ты пугаешь. Не. Бла-бла-бла, какая скука. Ададжи. Я знаю ее. Как думаешь, сколько это стоит? Не более 5 монет. Она живет
в западной части города. Она любит сидеть в таверне «Три сестры» по вечерам, но днем обедает в «Пяти когтях». Она живет в за... Да пребудет с тобой благословение, Мистары. С тобой тоже. Да пребудет благословение, Мистары. Ну-ка, проверим свет в действии. Ну, видно, да, освещает. Есть такое дело. Теперь только надо рассеивание проюзать. Видимо, каджиты говорят хаджиты. А все остальные, кроме нордов, говорят каджиты. А норды говорят, что из кисок получаются отличные коврики. Хе-хе-хе-хе. Так, я... Это, конечно, было неплохо. Даже хорошо. Туда-сюда. Все нормально. Блин, надо как нору идти. Отмычек совсем мало. Ё-моё. Жёстко. Так. Привет. Думаю, почему жертва сама приближается ко мне? Так. Продолжай. Давай поговорим. Не говори. Нет, пожалуйста. Хорошая шутка. Какая? Хорошая шутка. Такого быть не могло. Не так. Твоя лесть на меня. Не сейчас, не позже. Нет, пожалуйста. Не пытайся. Да, да, все, что твоя лесть, как скажешь. Украденное кольцо Адарджи. Да. Грязный аргнянин украл мое драгоценное кольцо. Это был подарок моего мужа. Оно дорого мне как память. Я хорошо заплачу. Этот тупой ящер охотится под именем Амузай. Найди его. Найди мое кольцо. Заставь его страдать. Убей его, и я буду довольна. Гильдия не одобряет убийство.
Идиотские правила. Он всего лишь аргонианин. Это не человек, и тем более не каджит. Если тебе придется пощадить его, хотя бы заставь его страдать. Я понял. Удачной охоты. Тебе тоже всего хорошего. Так, я надеюсь, штрафа не хватанул за это. Штраф по нулям. Ну их славно. Так, 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 подождите. Так, вот так. Ну, сложный сундук, сам бог велел открыть. Нет, не велел. Не велел. Так, да вот что имею. Что я имею? Имею то, что у меня нет отмычек, вот что я имею. Этот парнишка живет где-то, должен находиться где-то здесь. Да ёб твою мать, а? Вот он, кстати. Ты ищешь скупщика краденого? Да. Это должно быть неплохо. Угу, не появился еще, я понял. Да укроет тебя тень. Так. Тогда. Я портанусь в шпиль Фросткрех. Бам. А, один хрен, у меня алхимический стол не активирован. Мне большого смысла нету от этого. Ну ладно, поближе к Бруме буду. Тоже нормально. Томас Хранитель, ну-ка, что скажешь? Ага, понял, ничего не скажешь. Еще увидимся. Так. Надо будет тогда многое продавать. Так, чё? Так, арбуз, жало. Надо зелье будет замешать. Так, и... это оставлю. Тут нет потребности, почему? Ну, в этой... Так, какова была бы жизнь без функции автовзлома? Тяжелая была бы жизнь. Очень тяжелая. И, ну... нормально, я считаю. Почему? Так, тут потребности нет, почему? В этой сборке не предусмотрено. Хотя, в принципе, моты, считаю, хорошие. Я только за, если бы он был бы. Вот.
Я добавил некоторые моды от себя, так скажем. Ну, сборка, во-первых, еще в разработке. Вот. Но мод на потребности я не добавлял. Так, дальше что? Что я хотел? Во-первых, я хотел эффект восстановления магии и что-нибудь. Создать фильтр эффект здоровья, выбрать готово, мясо кабана, алоэ и окорок. Создать. Так, теперь фильтр восстановление запаса сил, выбрать. Так, тут у меня есть виноград, лук, так, арбуз, морковь, рис, салат, лук, табак, кусок сыра и груша. Теперь фильтр, эффект, разрушение, повреждение магии. Готово. Нет ингредиентов. Фильтр. Эффект. Повреждение здоровья. Один. И эффект. Фильтр. Повреждение запаса сил. Так. Мясо крысы. И две костные муки. Все хорошо. Почему не КСЕ? А КСЕ вот в этой сборке нету и, скорее всего, не будет. Потому что, так скажем, там привлекательны некоторые функции, в том числе и для меня. Это вот усталость, которую можно там прокачивать, магическая усталость, медицина там. Вот, мне это нравится. Мне нравится ливенинг оружия. Он тут вроде как даже предусмотрен, но отдельным модом идет. Вот. Но там есть свои минусы, из-за чего, в принципе, разработчики добавлять его не хотят. И я, в принципе, как бы, в принципе, с ними солидарен. Но сам бы я бы на это глаза закрыл, будь тут стоял мод КСЕ. Вот в чем дело. Так. В принципе. Вот я и наговорил, короче. Так. Зелье, вот, кстати, не знаю, не пробовал. Возможно, да, возможно, можно. Давай вот сейчас я это и опробую. Но, опять же, продвинутую алхимию я поставил для себя сам. Вот. В сборке предусмотрена обычная алхимия. Выбрать. А, да, людика. Вау. То есть можно сделать. А, нет. Ну-ка. Давай-ка попробую с другим кое с чем.
подожди. А, то есть тут можно сделать вот так. Ого. Ага, ага, ага. Он как-то по-особому замешивает. Сейчас надо в механике разобраться на другие... Угу. А я все потратил там. А, во. Сейчас проверим на вот этом. Выбрать, готово. Угу, не получится. Но тут можно зелье смешивать с одинаковыми эффектами, если в них есть этот эффект. Но зелье, соответственно, получается, должны быть разные бутылки. Вот. Тогда это, возможно, и получится. По крайней мере, вот зелье и мясо крысы смешать можно было. Но у меня сейчас уже бутылок почему-то не позволяет больше сделать. Что-то вот здесь. Два штуки осталось. А, для смешения требуется 5 бутылок. Лёгко на бубай. А что вышло из этого итоге? Десять. Девять. Точно так же вышло. Но, видимо, тут это особо не предусмотрено, я так понимаю. Так, и теперь мне нужно вот сюда, да. Блять, я не успел, получается, да? Хочешь уделить мне свое время? Ты... Я в самом деле устал. Перейдем к делу. О, смеешься, блин, Гнат. Только не среагировал, короче, получается, да? Ладно. Давай посмотрим. Придется ждать, пока он домой пойдет, дойдет до дома, и там уже с ним смогу поторговаться, соответственно. Крыса. Интересно. О. Тут же улегся спать. Давай, вставай. Я в самом деле устал. Перейдем к делу. Да укроем тебя тень. Так, что мне отсюда надо взять? Пожалуй, магию оставлю. Это, собственно, тоже
продам. Это оставлю, пригодится. Купча, молотки. Молотки тоже оставлю, возможно, пригодятся в будущем. Так. Сразу починюсь. Чинить ничего не нужно. Я в самом деле устал. Перейдем к делу. Так, попробую его очаровать. Интересно, поможет это или нет? Да укроет. Тебя тень. Подожди. Вставай. Я в самом деле устал. Перейдем к делу. Конечно. 86, хорошо. Мой любимый клиент. Что там у тебя? Подвисла, сука. Ладно, хоть и сохранился. Вот не нужно было программу юзать эту мне. Стопудов. О, меня, кстати, немножко накрывать стало. Уже чувствуется усталость. Блин, в итоге весь поток прошел у рубля в том, что я конкретно так подготавливался к будущим миссиям прохождения гильдии воров. Вот такие дела, друзья, получается. Ну-ка, как ты обычно говоришь, когда пьешь пиво? А что, я сказал уже немножко, это, так скажем. Я в самом деле устал. Перейдем к делу. Когда я в самом деле устал, перейдем к делу? Мой любимый клиент. Что там у тебя? На кровать. Понял. Так, что я могу продать ему? Кожаные панно. Думаю, я могу согласиться. Давайте, во-первых. Хорошо. Это прошло. Здесь я что могу? Здесь я не хочу ничего продавать. 101 отмычка, да? Попробовать еще. Я не могу согласиться. Понял. Так, исцеление. Так, здоровье. Вот этих. Запас сил, да. Думаю, я могу согласиться на это. Так. Я думаю, можно попробовать. Ага, хорошо, это прошло. Превосходная сделка. Пройдет. Водное дыхание. Прекрасная сделка. Так. О, скума. С тобой трудно. Можно, думаю, еще попробовать. Ну-ка, вот так вот. Я не могу согласиться на так. Понял. Так. Угу. Хорошо. Ну вот это, думаю, оставлю. Золота достаточно теперь. Сто отмычек. Я не могу согласиться на такую цену.
даже... Хорошо. И два ремонтных мотка. Мотки могут пригодиться. Хорошая сделка! Статуэтка дракона. О! О, Даггерфолл, это про что? Георгий... Джиорджи Пал Мутет. Короче, Георгий, благодарю за последование. Да прибудет с тобой мощь и сила. Или ты музыку из Даггерфолла имеешь в виду, да? Так. В общем, мне от тебя что мне хотелось? Стрелы. Давай 39 стрел. Куплю на всякий. Да сука. Ну что ты скажешь? Опять зависли. Ой, господи. Про музыку понял. Эх, так все, блин, хорошо перло. Уже все продал, что хотел. А все с самого начала. Вот игру запустил, и в это время запустил эту программу по очистке памяти и закрытию всяких приложений. У меня вот и OBS, и игра закрылись. И теперь... потому что эта сборка, которая разрабатывается, новая, она... очень красивая, вот, и делается она на совесть. Перейдем к... Просто сейчас почему-то вот подвисание вылета. Мой любимый клиент! Я не на сборку решу в первую очередь, а на то, что на программульку свою, короче. Потому что такого за ней не наблюдалось до этого. Думаю, я могу согласиться на эту цену. Что-нибудь еще? Так. Тут я ничего этого... А вот некачественная жемчужина могу продать. Так, здесь, все. Восстановление здоровья, пожалуй, продавать не буду. Думаю, я могу согласиться. Слабое лечение, наверное. Тоже 20 единиц. Ты потом диспетчере даже для интереса, как это загружено. Ну, хорошо, погляжу. Так, 81. Можно еще, думаю, одно. Думаю, это честная сделка. Хорошо. Тебе удалось неплохо... Водное дыхание. Думаю, я могу... Так, этого хватит. Скума. Хорошо. Так, пробую. Я не могу согласиться. Понял. Это больше, чем я плачу. Угу. Это хорошая сделка. Да ебать! Ну что ты скажешь? Хорошая сделка. Серьезно, блин? Пропахан, извини, что там, наверное, на всю комнату, блин. Ну, вообще не порядок. Так. Гляжу, насколько ядра загружены. Да на 34% ОБС, на 20% грузит. Можно. Он, я его и не сворачивал. Да господи, сколько у вас, сука, этих объявляльщиков.
Тут он фуллскрин, и я же его не сворачивал. Он завис до того, как я его свернул. Вот в чем проблема. Понимаешь, про что я говорю? Association. Здесь нет, здесь настроены, можно спокойно переключаться. Я на прошлых потоках устал. Таких проблем не было. Мой любимый клиент, что там у тебя? Кто сейчас делает АО? Парк 9, Дизигнер Маклауд. Маклауд, короче, у него прошлый ник был, я так понимаю. В основном он занимается именно так, прям крепенько. Крепенько. Ну и я вот тоже от себя я как тестирую и потоки веду, так скажем. Скоро, очень скоро близится анонс. Я рад. Так, имеется в виду выпуск сборки. Да укроет тебя тень. Сейчас проблема в том, что мод очень подхватился один. Мод прокачки. Что-то сегодня не хочет нормально работать. Сейчас, друзья, надо перезайти. Видимо, солнечная активность какая-то не очень. Что? Какие-то непонятные, как сказать, сопротивления со стороны, так скажем, игры. И не только игры, вот и компьютера. Стабильно и правильно что-то не хочет работать все это. Интересно. Даже странно. А в древних книгах упоминается золотой меч. Рассказывай, что он был сделан. Он был сделан. Так. Опа-на, блядь. Вот так вот. Нехорошо, нахрен, нехорошо-то, да? Я попробую сделать так, так и так. Сделать теперь так. 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 Я еще ставил мод на изменение прокачки NGSD. Вот. В сборке предусмотрена своя прокачка, имеется в виду родная от Обливина. И бывает редко, но метко она почему-то неправильно перерасчитывается. 0.93 не самая крутая, 0.92 хорошая. Дело в том, что я тебе объясняю. Вот мод NGSD это тот сторонний мод, который сам поставил. Я, естественно, говорю открыто, чтобы имелось в виду, что сборки у этого такого тоже не будет происходить, потому что этого мода там не стоит. Вот. Но на родной прокачке я играть не могу. Поэтому я говорю, сегодня что-то прям вот ты можешь посмотреть предыдущие мои трансляции, и там таких проблем не было. Вот, все нормально. Все хорошо подхватилось. Так. Оп. Так. Здесь у меня что?
Так, здесь я все отсюда взял, что хотел. И переложу, кстати, сюда, наверное, сразу. Да. И вот так вот. Что еще сюда могу положить? Мощную пентаманическую петлю. Ну, пусть будет прям тут. Так, человеческая кровь. Ничего тут быть. Я в самом деле устал. Перейдем к делу. Перейдем. Так, поговорим? 86. Конечно. Хорошо. Мой любимый клиент. Ага, отлично, отлично. Ты мой тоже любимый, так, человечек. Оп, 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 оп. Прям так наглую сразу пробую. Оп, оп. Я не могу согласиться. Понял. На такую цель. Раз, два. Так. Я не могу согласиться. Да ладно, ну что ж ты. Чё-то не действует. Ну ладно. Так, чё я хотел? Оп. Превосход. Это чары, может быть, закончили свое действие, успели закончить в этой карте промежутку времени. Все, конечно, может быть. Тебе повезло. 84. Хорошая цена для хорошего клиента. Так, здесь я ничего не могу продать. Так, исцеление болезней. Шепство лечения. Оп. Так, смысла поднимать нету пока. Ночное зрение, водное дыхание, скума. Думаю, это честная сделка. Так, сколько? 87. Ну, попробуем на единичку. Так. Здоровье оставлю, пригодится. Здоровье всегда пригождается. Повреждение запаса сил здоровья. Водное дыхание. Оставлю одно на всякий случай. Думаю, это честная сделка. Хорошо. Я бы не продал тебе это так дешево, но я знаю. Я да укро. Так, хорошо. Это было непросто, но, день. Так скажем, превозмог, превозмогая все препятствия, поторговали, купили отмычки и, собственно, можно двигаться дальше. Так, 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 так. Фух. Ну что, дверь в Бруму? Не, пойду, наверное, конфетку сейчас съем, блин, сейчас подойду.
Так. Угу. И теперь активируем здание драгоценности Адарджа. Угу. Замок Левина. Так что за многие, так скажем, неурядицы я несу сам ответственность и про это сразу говорю. Замок Левин, да, погнали. Благо, я его до него дошел. Открыл ярлычок. Черный лес. Местность на юге Сиродила. Восточнее Левина. На границе с Чернотопьем. Он целиком зарос мрачными, частично заболоченным лесом. В болотах прорастают сонные папоротники. Несколько видов болотных грибов. И еще некоторые интересные растения. Так. Угу. Надо мне поговорить с двумя нищими, я понял. Так, подождите, куда я иду? А, вот. Надо импортировать всю медовуху, которую я нашел в Моровинд в Обливион. В Скайриме ко мне в комнату. Ты уверен, что в твоей комнате все это поместится? Так. Преимущественно я почему-то, получается, так хожу ночью. Поэтому вместо щита активирую вечернее око. Твою мать, я не могу перепрыгнуть этот забор дебильный. Где этот нищий? Охренеть, так мне лучше сюда мне сразу идти. Чё-то я туплю. Где он? Подождите. Где-то здесь, он прямо передо мной. Дурак, что ли? А, вот он отдыхает, ё-моё. Дих бездельник. Мне только детей прокормить. Я многого не прошу. О, держи монетку. Спасибо, великодушный господин. Давай поговорим. Да. Вообще не понятно, когда он улыбается. Не могу спорить с этим. Да еще чего. Восхитительно. Какая тупая шутка. Ты что, охренел? Я не... Не сейчас, не позже. Никакая чушь. Я не возражаю. Это не смешно. Блин. Не... Ты... Я не возражаю. А музай? Может, и знаю, если заплатишь. Вот какой. Я могу заплатить 10 золотых. Этого беднягу арестовали.
Вроде бы он пытался обмануть графиню. Теперь он сидит в темнице замка. Всем известно, что тюремщиков легко подкупить, и они пускают к заключенным посетителей. Интересно. Этого бедня... Всем... Да прибудет с тобой благословение Джулианаса. Так, тюремщикам легко подкупить. Они пускают этот... Хорошо, значит, я так и поступлю. Хрена тут целый... Привет. Как дела? Нормально. Как в школе. О, привет, как дела? Нормально, как в школе. Тупо беспалевный, иду такой. Интересно. Блять. Сука! Опять, ребят, опять! Да что ты скажешь? Нет, я сегодня пройду миссию. По-любому. По-любому. Пройду обязательно одну миссию. Я сказал, я сделал. Значит, все. Все. Никаких но. Ну, сегодня странно. Сегодня, конечно, странно. С самого начала не заладилось, не пошло. Продолжить. Благо и сохранение быстрое, и все такое прочее. Хаджит различается от тех, которые выглядят как обычные тиры, до тех, которые как коврик выглядит как приспособление для коврика. О! Тут хоп сразу с одной отмычки. Ну. Очень хорошо. Так, так. Бля, да не надо красть его, сука! Штраф 25. Ну что за говно? Почему? Медовуха тема. Блин, пахан, ты должен меня будешь угасить отменной медовухой. Музай. Что ты хочешь? Так, давай-ка его так. Что? Оп, оп, оп. Вообще хотел? Непонятно. Нет, да? Ты слишком... Как... Ты попусту тратишь время. Понял. Да что? Нет, ты слишком... Правда? Есть. Интересно. Нет. Ох, пожалуйста. О. Какой из... Как... Это просто слабо. Нет, это не просто слабо. Тебе должно быть стыд. Как... Нет, не будет. Да что? Неплохо. Так. Кольцо Адарджи. Почему я должен говорить тебе, где оно? Я сижу в темнице Илея Вина, а ты гуляешь на свободе. Что ты сделаешь для Амузая, если я скажу тебе? Что, если я дам тебе отмычку? Ты сделаешь это для меня? Возможно, вы, гильдейские, не такие уж плохие. Хорошо, договорились. Дай мне отмычку, а я расскажу тебе об этом кольце.
Давай его держи отмычку. Долгожданная свобода. Да. Я украл это кольцо у Адарджии. Но когда я пошел продавать его, скупщик краденого сказал, что вещь слишком опасная. Он показал мне надпись на внутренней части. Алиси. Должно быть, это графиня Лей-Авина, подумал я. Это чертово кольцо было краденым. Ну, я и решил, что смогу продать его графине. Но она обманула меня. О, я был блин. Арестован за воровство, а она забрала это кольцо себе. Жесть. Графиня редко покидает замок. Удачи в возвращении кольца. Надо больше медовухи и сыра в моей жизни. Ты любитель сыра, Георгий? Интересно, интересно. Так, как ты оказался в Ливии? Гильдия воров отказалась взять меня, поэтому я пришел сюда. Лей-Авин – мой дом. Здесь я вырос. Я отправился в имперский город в надежде вступить в гильдию воров. Теперь мне приходится жить жизнью вольного вора. Понятно. Я у тебя в долгу. Ну, так погнали, чё? А, всё, выходим, короче. У нас нетрудно заблудиться. Согласен, да, легко. Очень легко заблудиться. Так, думали местные политики, мудрецы, чей же таки город Каджетский или Аргнианский, как оказалось, теперь имперский. Вот так вот. Где кольцо? Ну что ж, придется расспросить, так скажем. Ну, давайте опять сюда, к западным воротам. Так. Дих бездельник. Мне только детей прокормить. Я многого не прошу. Так, вот держи монетку. Спасибо, великодушный господин. Какой у тебя... Какой-то у тебя странный стиль канала. Ну, такой вот, такой. Возвращенная фамилия кольцо Каро. Значит, Алисия Кара вернула свое кольцо. Кара. И теперь ты хочешь знать, где она хранит его, чтобы опять его украсть. Да. Но мои карманы совсем пусты сегодня, если ты понимаешь, о чем я. Я могу заплатить 10 золотых. Я не знаю, где она хранит кольцо, но я знаю, кто знает.
Поговори с Хлидарой Матрил, горничной графини. Она обедает в замке в 8 часов. Возможно, тебе придется уболтать ее, но оно того стоит. Она знает все о привычках Алессии Каро. Тебе следует знать, что... Просто мистер бесполезность. Личные покои и страх. Почему бы и нет? Стой, преступное отродье! Блядь. Никто не см... Я буду тогда сопротивляться. Нихуя ему въебал. Ладно, пожалуй, не буду. Ни к чему, ни к чему. В общем, надо подождать, пока она выйдет. До 8 часов, собственно, надо подождать. Зачем я вот так наглую пошел? Все же было гораздо проще. Ждем 7 часиков. И все, вуаля, как говорится. Он, вы видели, я ему вдарил, он шатнулся. Интересно, из-за чего это произошло? У нищих есть свой покровитель, божество, Намира. Она покровительствует всем отвергнутым, заброшенным и отвратительным. Помнится, в прошлых версиях сборки 092 я читал об этом. И об одном нищем, который познал... Он вроде бы сначала не нищий был, а потом он вроде бы познал все, так скажем... стези нищенства, так как милостыню просить там и все дела. От и до. Так, я думаю, еще стоит часок подождать, и она сама просто выйдет. Да. Как поживаешь? О, боги! Ты искатель приключений? Да. Похож? Это Хлидара Матрил. Я Хлидара Матрил, наставница и советница графини Леовина. Я помогаю ее светлости.
Ее просвещенная политика должна оказать максимально возможное воздействие на дела графства Леовин. Ну что еще? Не говори. Хорошая шутка. Какая чушь! Да ж не... Твоя лесть на меня не действует. Твоя лесть... Да что ты? Весьма неплохо. Это просто... Какая чушь! Я восхищаюсь. Я возьму. Это мне понятно. Так. Мрачный Таня Замклевин. Если нас услышат, будут очень большие проблемы. В подвале есть секретный ход, ведущий в личные покои графини. Это там находится камера пыток. Жесть. Иногда, находясь в своей комнате, я слышу вопли заключенных. Жесть. Возвращенное фамильное кольцо Каро. Графиня Каро так рада, что ее кольцо вернулось. Оно считалось пропавшим много лет. Теперь она все время носит его. Не совсем все время. Она кладет его в свою шкатулку с драгоценностями, когда принимает ванну и на ночь. Настоящая леди всегда снимает кольца на ночь. Вот так как и сборка, точнее игра иногда подвисает, сука. Непонятно. Он знал тайны людей, но он был пустым местом. Такова любовь на миры. Вот так вот. Ну, сегодня мне преподносят испытания, конечно. Несмотря на тысячи лет обучения, существует огромное количество спекуляций о том, как создается магия, как она может быть использована аэдро и доэдро. Здравствуй. О боги, ты искатель приключений? Да. Yes, of course. Я Хлидара Матрил. Я помогаю ей. Хорошо. Прелестно. Это просто слова. Не сейчас, не позже. Не говори ерунды. Восхитительно. Это мне отлично. Да. Графиня Каро так... Не совсем все время. Она кладет его в... Где найти Алисию Корон? По утрам она ходит в городскую часовню. В 8 вечера она ужинает в замке. Ложится спать после 11. Она ездит в Корал в середине каждого месяца. Поэтому и не пытайся найти ее тут между 15 и 17 числами. Брачные тайны замка Левин. Ясно. Хорошо. Кажется, меня зовет миледи. Да. Ох уж это, приветствую, миледи. Гражданин. Так. Так, мне теперь, значит, нужно понять, куда двигаться дальше. Так, по идее, через Магнуса идет вся магика. И светило след Магнуса позволяет миру пользоваться магией.
Что-то я помню, тут было интересное. Рычаг. Так, ладно. Пойдем по-быстрому. Так, секретная комната. Так, подождите. Но как тогда объяснить, что магия возможна? И в полной темноте, причем без ограничений. Может, магия — это и не свет в прямом смысле, а что-то вроде радиоволн? Ты мне вопрос сейчас задаешь или это... Так, как... Это даже больше, чем радиоволны. Точнее, это более низкий уровень, где-то вот типа гравитационной составляющей. Энергия, чистая материя-энергия, кванты энергии. Реликтовое излучение, даже так. Ух ты, серебряный клеймор, жалко только двуручное. Серебряный боевой молот. А меч можно серебряный? Я был бы очень рад, если бы мне дали серебряный меч. Ну, хорошо. Нет, не против, я читаю, и интересно тогда. Мне нравится читать, вот, и, собственно, я только за. Просто вот в крайнее предложение я так подумал, что ты уже непосредственно меня спрашиваешь. Вот. Мешок для денег. Зачем нужен? Для денег. А так не знаю. Но тут, видимо, есть часть... Может быть, от какого-то мода. Из-за этого, может быть. Точно не могу сказать. Блять. Небольшой рюкзак, это хорошо. Ну да, многовато их. Блин, я заграбастал, не очень-то мне и нужно. Хромаки сейчас исчезнет, ё-моё. Нету невидимости. Невидимости нету. Но я справлюсь и так. Так, лампа, не подводи.
Щит сучара. Так, какие квесты прошел? Квесту прошел мало достаточно. Сейчас вот в основном прохожу упор на гильдию воров. Так, письменный стол. Подожди. На что он мне указывает? А, на шкатулку. Во. Блять, естественно, в шкатулке ничего не будет, ибо она сидит там. Сейчас же не ночь на дворе, правильно? Что ж, ебать, придется подождать. Где-нибудь. Так. Сколько сейчас время? А, я не могу ждать, ломишь чужой дом, вообще пиздец. Она сидела-то за троном. Я про это подумал, но я пошел, знаете почему? Потому что здесь есть... тайная комната. Вот. Собственно. Который... Вот туда примерно мне нужно. Который есть очень интересное место. Я понял. Это будет потом. Мне Амузая надо будет выручить. Я вспомнил. Этот пендик что-то чует. Сам только не поймешь, что он чует.
Блин, а? Нехорошо выходит. Так, а сколько сейчас время? Я не могу, блин, сколько время сейчас? А время утреннее. Блять, не гаснет светильник, ты чё? Да ёбаный насос. Алло. Украсть это вообще Unreal будет. Это нужно ждать часиков 11 лучше. Можно, но к чему эта херня, ребят? Это мне получается неудачная кража. Мне нужно загружаться, правильно? Зачем это? Так не нужно делать. Навык-то не хватит, чтобы украсть. Ну. Ну-ка, как там это на хром отразилось, мне интересно. Ну, в принципе, ладно. Светильник сзади погас. Хромаки вроде особо не рябит. Точнее, не рябит вообще. Поэтому погнали дальше. Блять, включился, надо ж тебе. Блять.
граф с графиней спят. Кольцо Ахдарджи. Кольцо у меня. Теперь надо найти Ахдарджи и получить награду. Подождите, ну... Что-то здесь не то. Что-то я упускаю. Комната управляющая лекаря. А я упускаю то... Так, здесь я был. Магический сарс, самый бесполезный магический инструмент в ТЭС. Согласен. Так. Подождите, где-то тут же была потайной ход в камеру пыток. Где-то был. Странно. Мне надо как-то в тюрьму попасть. Да, в темницу надо. Даже эта комната пришла, я не мне не нужна. Туда наверх мне надо подняться. Да нет же. Не сюда. А, это вообще, наверное, немножко не в ту степь. Угу, точнее. Блять, опять подвисла. Назад, где свечи горят. Финс, это ты про темницу имеешь в виду, да? Так. Завершить, начать. Там точно где-то же вампирша была. Я же проходил в прошлый раз, вроде помню. Да, да ладно, ты уже пробежал все равно.
Нет, нет, нет. Я думаю, что это вот из-за программы, которую в самом начале проюзал, чтобы получить дополнительное ускорение. Ну, там, в общем, есть Advantage System Car. Там можно завершать программы фоновые разные. Я ее нажал, и у меня упал стрим и игра. И после этого у меня вот подвисание... Потом я все восстановил, запустил. У меня после этого подвисание. На прошлых стримах я уже 3 стрима веду с этой сборкой. Такого не было. То есть все стабильно было. Пиздец, еще прыгнул перед ним. Гений, блядь. Что ты хочешь? Я у тебя в долгу. Вампиры же в Скинграде. В Левине нет вампиров. А, то есть я путаю, что ли, конкретно хотите сказать? Прям вообще конкретно. Может быть и так, действительно. Да, вообще-то я тоже помню, что там темница другая была. Вот, и именно, чтобы туда попасть, мне нужно было стать этим работником, который приносит хавчик в тюрьму. И только так меня могли допустить. А я потом узнаю, что... А, это задание было по поиску пропавшего члена гильдии, вроде бы воров. Он куда-то пропал, его стали искать, и я вот на разведку пришел, и еле успел. Все, я понял. Я ищу там, в общем, не там ищу. Мне здесь уже ничего не нужно, вот в чем беда. Попутал, Малех. Точно. Видите, благодаря вам память восстановилась. Ну что ж, тогда на радостях пойду и сдам заданица. Устал с ночной смены вот совсем. Запертая открытая дверь, видимо, стражник оплату не получил. Нет, я уже ее открывал. Из-за этого все дела. Ебать, это чуть-чуть. Ох, ребят, ну, надеюсь, в следующий раз такого не будет. Жесткое просто падение FPS. Ебать. Я шел в подвал за бочкой рычаг, пробирался по невидимости ночью и забирал кольцо. Да я вот то же самое и сделал. Просто я уже задание перепутал. Там я думал, что тут где-то есть вампирша, которую нужно убить, чтобы освободить заключенного. А этот он просто сам сбежит, говорит, сам по себе. У меня задание перепутал. И я пытался вот найти... Там тоже секретные хода, там все дела были. И я вот пытался найти его здесь. Искал то, чего нету, собственно. Это музей Скиннер, это правильный Гёрд. Да. Истинно так, да. Так, тут я уже открывал, это правильно? Почему жертва сама... Так. Не спеши, рассказывай.
украденное кольцо Дарджи. Охотник добыл кольцо. Вот твое кольцо. Мое кольцо! Слава когтям матери клана! Это оно! Этот гнусный аргнянин мертв? Он долго страдал. Я очень на это надеюсь. Ты заслуживаешь награду. Гильдия воров всегда была добра к дорогому супругу Адарджи. Я благодарна, что его память все еще чтят. Моя прелесть. Ну ладно. Удачной охоты. Тебе тоже. Штраф случайно не наложили, а тут он быстро с этим как бы разбирается. Так, и теперь сдать задание осталось, я говорю. К северу от Бравилы и к югу от имперского города вовсю работают исследователи удивительных руин. Ведь там находится знаменитая гильдия археологов. Ух ты! Разве она тут стоит? Не думал. Почему магия сейчас не установилась? Криво. Уже назад? Да. Че, ты опять бухая? Давай поговорим об Элероне Локе. Ну-ка. Давай. Да, муж Урсанны Элерон пропал. Бедняжка. Ее видели плачущей у часовни. Надеюсь, кто-нибудь сможет помочь ей. Украденное кольцо Дарджи. Хорошая работа. Воистину ты гордость гильдии. Я позабочусь, чтобы сам Серый Лис услышал об этом. Я повышаю тебя до звания грабителя. Поздравляю. Благодарю. Так. Цель достигнута мною продана, краденого на 300 золотых. Нужно как-нибудь заглянуть к Скрибе. У нее может быть для меня что-нибудь интересное. Тень спрячет охотника. Сохранимся. Так, Скрива. Амузай передает тебе свое почтение. Хорошо. Ему тоже всего хорошего. Особая работа в гильдии воров. У меня есть небольшая проблема, которую ты можешь помочь решить. Гильдия хорошо заплатит тебе за это. Этот клоун Иероним Лекс отцепил портовый район имперского города. Туда стянут имперские стражники со всех районов. Насколько все плохо? Иероним Лекс поклялся, что не уйдет оттуда, пока Серый Лис не окажется за решеткой. Лис в безопасности, но гильдия не может работать в таких условиях. Бедняки портового района заодно с Серым Лисом и не предадут его. Однако щенята скоро начнут голодать, и кто-нибудь сломается. Вау. Многие члены гильдии могут оказаться за решеткой. Найди в имперском городе Метридель. Она координирует ответные действия гильдии. Я понял, хорошо. Тень спрячет охотника.
Так. Ложное направление. Скриво сказала, что Ироним Лекс, капитан имперской стражи, стянул стражников со всего имперского города, чтобы оцепить портовый район. Он поклялся, что оттуда и мышь не выскочит, пока кто-нибудь не сдаст ему серого лиса. Если я хочу помочь, нужно найти Митридель. Она прячется где-то в имперском городе. Вау. Интересно. Ну что, друзья? На этом я потихонечку закругляюсь. Вот, время уже позднее, я устал. Сегодня сделал достаточно много при этом. Вот, хорошее. Сегодня была сделана хорошая основа в последующих выполнений заданий по линейке квестов Гильдии Воров. Вот, за сим благодарю вас за просмотр, за поддержку. Да, вот, оставайтесь со мной рядом, подписывайтесь, заходите в группу ВК, там оповещение о ближайших стримах, потоках. Стримы, я думаю, сделаю завтра. Вопрос в первой половине или во второй, точно не знаю. Будет видно, друзья. Ладно, всем всего хорошего, и да пребудет с вами мощь и сила, друзья. Пока! Несмотря ни на что, все равно сделали многое сегодня.